Министерство туризма Камчатского края, Камчатский выставочно-туристический центр, большое внимание придает формированию событийного гастрономического календаря на территории Камчатского края. И вот уже после отгремевших фестивалей «Папоротник» и «Краб», гастрокэмп «Камчатка-2023», жителей и гостей края ждет фестиваль «Есть наше», который станет одной из изюминок выставки-ярмарки «Елизовская осень». В нашем гастрономическом дворике, который мы оборудуем в парке «Сказка», гости Камчатки, приглашенные шеф-повара из Донецкой и Запорожской областей, приготовят уникальные блюда из локальных продуктов и продуктов, которые они привезут с собой. Приходите, я думаю, это будет поистине интересно.